Ну а главная новогодняя елка уже на пути в столицу. На Прикарпатье срубили 90-летнюю белую пихту, которая выросла в Богорочанском лесхозе. 30 метров в высоту, диаметр ствола почти полметра. В Киев дерево собирались привезти уже сегодня, но из-за снегопада пришлось сместить график на один день. Огни на главной елке Украины зажгутся традиционно 19 декабря на Софийской площади в день Святого Николая.